Сегодня прошло заседание Координационного совета при главе Чувашии. Там рассмотрели реализацию национальной стратегии действий в интересах детей. 2018 год объявлен президентом страны началом десятилетия детства. Защита прав и законных интересов детей всегда находится под пристальным вниманием руководства страны и республики. С 1 ноября текущего года мы тоже вместе с вами приняли ответственное решение. Возобновили предоставление семьям ежемесячных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей. Кроме того, согласно предложениям главы государства, вводятся выплаты за рождение первого ребенка. Продлевается программа материнского капитала по 2021 год включительно, и расширяются возможности использования этих названных средств. В республике также принято решение о продлении программы регионального материнского капитала по 31 декабря 2021 года. На Кабмине на этой неделе мы рассмотрели проект закона, внесен в Государственный совет на рассмотрение. В первую очередь государственные меры поддержки семей с детьми направлены на тех, кто нуждается в этом особо остро. Это называется адресная помощь. В Чувашии разработан целый комплекс мер. Семейные ценности, материнство и детство в числе приоритетных информационных тем. В республике наименьшее количество разводов ПФО. Дети и родители могут получить бесплатную юридическую помощь в центрах социальной поддержки населения в своих же муниципалитетах. К юристам в этом году больше всего обращались по вопросам взыскания алиментов, предоставления мер соцподдержки и по жилищным делам. В образовательных учреждениях республики созданы службы школьной медиации. Психологи и другие специалисты помогают школьникам и родителям разрешать конфликтные ситуации. В числе приоритетных задач – трудоустройство подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, и развитие института замещающих семей. Работу во всех направлениях было предложено продолжить. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.